Присутствуем на рыбоводном хозяйстве от группы компании «Метаком». Данное хозяйство предназначено для выращивания сетров. Мощность примерно до 20 тонн выращивания сетра в год. Сегодня мы зарубляли как раз водоем очередную партию осетра и начнем потихонечку его выращивать. Я думаю, в конце года начнем собирать урожай. Ну, на сегодняшний день навеска средняя 600 грамм. В конце года планируем до 2 килограмм догнать. Специально у нас корма рыбные фирмы «Биомар». Потом проведем сортировку, постараемся оставить маточное поголовье для дальнейшего выращивания на черную икру. И если у нас все погодные условия и Господь Бог нам позволит, у нас здесь будет и рыба на мясо, и на икру. Данный пруд будет предназначен только под осетров. Специально перед этим мы его спускали, полностью очищали от другой рыбы, делали так называемое литование, обеззараживание пруда. И сейчас вот наполнили водой, поставили садки и зарыбляем как раз осетров. Больше здесь никакая рыба не планируется к выращиванию. Заполнено. Значит, общая масса, биомасса рыбы составляет 1200 килограмм. Планируется поставить еще 12 штук. Какие-то садки пойдут под маточное поголовье, какие-то пойдут для выращивания под мясо, а какие-то для мальков. На сегодняшний день уже 4 человека приняты на работу. Если мы будем дальше расширяться, соответственно, и люди нам дополнительно понадобятся, потому что на селе работ практически нет. Кроме коммерческих, здесь еще идет такой социальный небольшой проект. Ну и помимо этого, на этом водоеме мы ведем работу совместно с кафедрой рыбоводства Казанского государственного энергетического университета. Ну и в дальнейшем планируется здесь, может быть, даже создание кафедры, чтобы здесь могли заниматься и работать студенты.